Между тем, строители, которые работают на городских улицах, ждут, пока установится солнечная погода для того, чтобы приступить к работе. Так, возле спортивно-оздоровительного комплекса фирма-подрядчик, которая в прошлом году осенью под снегом укладывала здесь тротуарную плитку, в этом году вынуждена переделывать свою работу. Только теперь мастера действуют осторожнее, ждут сухой погоды. А прохожие обходят сквер стороной, так как пока здесь пешеходам нет места. Добавлю, что сумма контракта на эту работу составила в 2012 году почти 1,5 миллиона рублей. Переделывать, естественно, придется бесплатно. С наступлением весеннего периода, это именно 15 мая, сотрудники нашего отдела вместе с подрядчиком, который проводил там работу, укладывал плитку, выехали, составили акт. И, значит, подрядчик этот произведет полную 100%.